Thank you.
Well, goodbye, babe. Hate to see you go. Well, goodbye, babe. Oh, hate to see you go. You know I love you, but you never know. Добрый вечер, друзья! Как настроение сегодня? Все хорошо?
Thank you.
Это был наш шедевр, написанный очень давно. А следующая песня тоже собственного производства, она более спокойная, минорная, называется The Midnight Blues. Thank you.
Спасибо, дорогие друзья. Очень-очень давно, уже даже страшно вспоминать, мы назвали свою группу Blues Cousins по аналогии фильма «Братья Блюз», то есть Blues Brothers, Blues Cousins. Если они братья, то мы двоюродные братья. И, соответственно, всегда с радостью исполняем песню из этого художественного фильма. Это культовая песня, культовый стандарт. Называется «Sweet Home Chicago». Переводится как «Сладкий дом Москва».
Огромное спасибо, дорогие друзья. У нас еще очень много хорошей музыки. Но это уже на второе отделение. Сейчас мы объявляем перерыв. 10-15 минут. Можно поаплодировать в перерыв. Nothing but the blues since you left me. Nothing but the blues, baby, since you left me. I wore down my shoes searching for your love. Thank you.
Thank you.
Я аплодирую вам, друзья, за поддержку. Это было просто прекрасно. А сейчас, я думаю, я уверен, что будет гораздо лучше. У нас сегодня в гостях находится потрясающий музыкант, лауреат международных конкурсов, виртуоз. Ему очень нужна ваша поддержка. Это наш барабанщик Юрий Кондрашов. Аплодисменты! Аплодируем Юрию не только потому, что он хороший человек, хороший барабанщик, но ему предстоит еще сыграть соло в следующей композиции, которая называется очень просто «Come Together», группа Beatles. Аплодисменты, поехали!
И устали еще, нет? Устали? Мы тоже. With you, gonna make you girls meet me by my head.
еще? Не слышу еще! Играют под фонограмму, но как Костя это делает. За это ему нужны хорошие аплодисменты, друзья. Константин Кириленко! Кстати, не женат. Холост. Очень хороший парень. На экранах выйдет его номер телефона.
website. Юрий Кондрашов! Тоже холост. Меня зовут Ливан Ломыцин, группа Blues Казань! Спасибо, друзья, огромное спасибо. Это была группа Blues Казань. Небольшое объявление. Очень скоро, 6 октября, в Крокус Сити Холле состоится мой юбилейный концерт. Мне исполнилось очень много лет. Всех приглашаю приходить, там будет очень весело. Еще раз большое спасибо за прекрасный вечер. Спасибо!